Всем привет! Новое видео на канале, и сегодня мы поговорим в канун 14 февраля, а может быть даже 14 февраля, вот такой интересной вещи, новые, может быть, рубрики на канале. Знаете, что существует автоподбор, то же самое сделают со смартфонами. Давайте начинать, поехали! Итак, сейчас у нас февраль 2020 года, и все знают, что, в принципе, январь-февраль такой мертвый сезон в плане продаж. И у людей нет денег, соответственно, их практически никогда не бывает много и лишних, поэтому стоит выбирать смартфоны, в том числе и на рынке БУ устройств. И я подумал, почему бы не затеять такую рубрику, как покупка БУ, рассказать все плюсы и минусы, и мы будем искать устройства, которые продаются по цене ниже рынка, но при этом они будут отвечать некоторым требованиям. Первое требование – это, естественно, состояние. Второе требование – это отвязка от iCloud. Третье требование – цена. И четвертое требование – незначительные поломки. Будь то разбитый экран, может быть, неработающая камера. Ну, в общем, те поломки, которые решаются путем модульной замены. То есть экран можно поменять, камеру можно поменять. Допустим, регулировку громкости можно поменять. Это будет касаться что айфонов, что самсунгов. Сегодня речь пойдет об айфоне. У себя в городе, естественно, на барахолках я просматриваю ежедневно сотни вариантов разных ценовых категорий и разных устройств. И натолкнулся на телефон, который человеку отдан был за долги. Он так прямо и пишет, как бы, что вот такой телефон отдали за долги, продаю как есть. Давайте посмотрим. Я иду сейчас навстречу. Давайте посмотрим, что с этого выйдет. И, естественно, я вам об этом расскажу более подробно. Вообще все эти видосы будут сняты на телефон, естественно, будут смонтированы и выложены у меня на канале. Купить устройство новым можно, тем более сейчас идут череда акций в период праздников 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. И такие акции есть у достаточно больших магазинов. Все вы знаете за ситуацию с коронавирусом во всем мире и аналитики, российские аналитики, как это бы не смешно звучало. Аналитики прогнозируют нам повышение цен на смартфоны из-за того, что фабрики в Китае простаивают. И в ближайшем будущем, если это все не исправится, то будет, естественно, дефицит. Потому что поставок нет, пока на складах устройства есть. И магазины в период акции, естественно, привлекают к себе покупателей. А я ни в коем случае не говорю, что надо покупать в российских магазинах, но с отправками не потому, что опасно, а потому что долго с AliExpress. Я бы на вашем месте немного подождал. Но есть AliExpress Tmall, это российский склад. Естественно, все уже в России. Есть большие бренды, такие как Nokia официальный стор, Oppo, Vivo. Все они продаются на AliExpress Tmall именно в период распродаж по очень интересным ценам. Я оставлю ссылку в описании. И, допустим, Nokia 7.2 с голым андроидом, с хорошей 48-мегапиксельной камерой сейчас можно купить за 12,5 тысяч рублей при официальной розничной цене 18 тысяч рублей, а на старте продаж она стоила 20 тысяч рублей. Также есть акция у нас в МТС, ссылочка будет в описании, там вы можете применить купоны и тоже получите скидку от 2,5 до 7 тысяч рублей. И во всевозможных магазинах, таких как Marketplace Беру, в Мегафоне. В Мегафоне можно на Тимоле урвать, 42 тысячи стоит iPhone 10R. То есть, в принципе, есть еще из чего выбрать, и цена пока что, скажем так, радует. Поэтому, если вы задумывались о приобретении смартфона, не ждите апреля месяца, мая. Покупайте именно сейчас. Выгодные предложения всегда в описании под любым из моих видео. И мне надо вот туда. В автолайне человек работает, не знаю, там, мастером или кем. Как у него так получилось, как у него оказался телефон, пока не буду говорить какой, хотя в описании, наверное, написано. В общем, посмотрим. Мне самое главное, чтобы он не разбирался, потому что по серийному номеру он до сих пор на гарантии до мая 2020 года. У него есть, естественно, за такую цену определенные нюансы. Я постараюсь сейчас с ним договориться, что я буду снимать. Постараюсь как бы это все дело заснять и рассказать по факту уже на месте. Я только что был вот там.
шел по этому мосту, сейчас здесь. В общем и целом, друзья, вот такой вот телефончик. Все с ним хорошо, все работает, кроме первого. Не работает основная камера, она сдвоенная, и ставит сюда только оригинал. Закупу камеры 4500, ну плюс ее поставить. Но суть не в этом, суть в том, что здесь он скрывался, менялся Lightning, менялся, соответственно, скорее всего, дисплей, потому что здесь вот такая вот есть следы клея. Состояние у телефона хорошее, чек его отдает, ну, за 15 тысяч, как бы. Но он, к сожалению, этих денег не стоит, потому что, ну, вложить в него надо десятку. Если там что-то с процом, какие-то проблемы, то есть я вчера проконсультировался, то, скорее всего, ремонт будет стоить 7 тысяч. Плюс камера, ну, пускай по закупу ее поставят 4, это будет 11. Пускай со всеми пирогами, это будет 10. 15 плюс 10, это уже 25. 23 стоит, как бы, ну, бушка в таком же состоянии, только без геморроя. Ну, как-то так. В общем и целом, друзья, давайте подведу итоги по тому, что я увидел. По поводу продавца. Парень честный, адекватный, ничего не скрывает. Отдали телефон за долги. Должен человек 25. Отдал якобы телефон. Списали там, попытались, ну, договориться, что 18. Ну, не суть. Он не стоит ни 15, ни 18. Телефон бывший РСТ. Это меня и подкупило, поэтому я и пошел, если бы я знал. Ну, видите, такие моменты надо видеть и руками именно, глазами. Руками щупать, глазами видеть по факту и по месту. Телефон паль, в плане, что бывший РСТ, копанный, вскрывался однозначно. Менялся дисплей однозначно. Lightning менялся, скорее всего, 99,9 однозначно. Не работает основная камера, фронталочка работает. Но, друзья, это уже Франкенштейн. Брать как звонилку, да, возможно. Собственное какое-то, скажем так, пользование, возможно. Но проблема вся в том, что за такие деньги, которые его продавали, вариантов вообще нет. А восстанавливать его, ставить на него оригинал, смысла нет. Камера тоже смысла нет, если что-то еще с какими-то там приключениями на платье, шлифы и вся эта кутерьма вылетает в копеечку. Цена скупки 5-6 тысяч рублей, цена розницы по-быстрому скинуть, ну, наверное, 7-9 тысяч рублей. В качестве звонилки я бы, наверное, его, ну, забрал. Как-то так. А смысла брать под восстановление, под какую-то дальнейшую перепродажу за эти деньги абсолютно никакого нет. Поэтому такой вот получилась первая серия, можем так сказать, рабочее название «Дай куплю» или «Отдай куплю». «Дай куплю», потому что автоподбор есть, техноподбор, может быть, техноподбор. В общем, пиши свое мнение в комментариях, пиши Дональдак, если досмотрел. Также пишите, какие модели телефонов вам было бы интересно, чтобы я попытался урвать по интересной цене. Потому что, если вы будете активны, рубрика будет жить, и видосы будут выходить достаточно часто этой рубрики. Не забываем про скидочки, все ссылки в описании. Спасибо за просмотр, всего доброго, пока-пока.